Батюшка, все-таки решил подготовиться, да? Да немножечко надо, потому что сильно близко подошли. А насколько близко к Еленовке подошли сейчас танки? Танки находятся 1,5–2 километра от села. Нам надо удержать оборону. Нам отступать некуда. Дальше наши дети. Ну понятно, то есть приказа ни шагу назад не надо, да? Для нас не надо, мы не военные, мы защищаем свою семью, своих детей защищаем. Нам приказы отдавать без толку. Так, еще морковочек, да? Так, одной морковь, на одну морковку лима запала. Можешь просушку. А, на просушку ты забрал. Да, смотри. Вот вам, пожалуйста. Гостинцы для укропов. Это противотанковый выстрел? Это противотанковый. А вот этот, который стоит? ПР-7Л. Вот этот какой? Это... Сейчас мы посмотрим. Так. Так, тоже 7С. Можно не борить для БТР. А, то есть танк не возьмет вот это? Ага. БТР. А вот этот как раз против танка, да? Против танка. Ну, можно для сравнения. Сравнить разницу по объему. Ну да, да, да. Тут эта воронка-то поболее будет. А это ваш аккумулятор сейчас пойдет. То есть сегодня, скорее всего, придется вот этим работать, да? Я думаю, что да. Придется большими работами. Укропы подошли сильно близко к танкам. 4 секунды. Выписать лекарства и успокоительные. Читать как можно дальше себя. Все направления врага.